перестаю удивляться. Вот тут в Америке сейчас вечером гуляю возле торгового центра, прилетели гуси, просто на парковку приземлились. И вот ходит гусь, не знаю, это гусь или гусыня, крякает, на меня глядит, чем-то недоволен. Убежал. Наступила весна, прилетели гуси, и тут полным-полно везде, вот каждый день. Вижу, так вот просто ходят гуси по улице, кушают травку, грызут травку или щипают травку, что там они делают, я не знаю. Как будто бы я живу в зоопарке, какое-то удивительное такое место. Меня не перестают удивлять окрестности города, в котором я живу. Вот сейчас просто на лужайке возле банка гуляют вот такие вот две большие птицы. Это какие-то гуси, наверное, или утки, даже не знаю. Просто травку щипают, не обращают внимания ни на кого. Чудеса, да и только. Он уходит. Все. Наверное, не снимет его камеру. Посмотрим сейчас. Они не боятся людей.